Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. И всех приветствую на своем канале, с вами Пиксель. Мы начинаем прохождение Life is Strange 3, эпизод Теория Хаоса. Так, ладно, загрузка. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Давно уже не снимал предыдущих эпизодах Life is Strange. Вау! Film Little Pieces of Time. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me! Dead freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Это что было в предыдущих эпизодах? Второй эпизод, да. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Да, это было все жесть, конечно. Nobody cares about me. Nobody. Оу. А вот это вообще было. Жесть полнейшая. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there is a group scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Ну чё, крутяк. Посмотрим, что нас ждёт в третьем эпизоде. Так, Life is Strange, игра, в которой все принятые мамы решения отражаются на прошлом, настоящем, будущем. Выбирайте с умом. Постараемся выбирать с умом. Блин, крутецкая такая атмосфера. Ночной Блэквелл. Крутяк. Square Enix. Разработчики, конечно, поклон до земли. Игра очень прикольная. Так. Дантеот Энтертеймент. Ух ты, шумы пропали. Почему шумы пропали? Макс, ты чё спишь? Просыпайся, в школу пора. Life is Strange. Эпизод 3. Теория хаоса. Крутяк, да. Ух ты, кролик. Крош. Кейт. Чё? Нету Кейт. Да уж, нету Кейт. Благодаря мне. Ее нету. Ну пофиг. Хочу тебе что-то показать. Встретимся у кампуса. Заинтересована, мне стоит поторопиться. Чем заинтересована Хлоя будет? О, геймплей в моей руке. I still can't stop thinking about Kate. Так. It's like I'm awake in a bad dream. Кролик. Дать морковку. Ну конечно, как без этого. Да, морковку. Голоден, братец кролик. На, погрызи. Грызи, братец кролик. Грызи, дружище. Грызи. Так, торшер. Включить. Не, включать мы его не будем. Нафига. Так, вытащить ящик. Ну, зачем нам это? Это нам сейчас не понадобится. Растение. Ух ты, завяло. Взглянуть.
I can't even take care of a plant, much less a person. What am I good for? Ладно, используем компьютер. Что у нас тут? Glad the media doesn't waste a second exploiting tragedy. Now Kate's family has to see their daughter's death all over the web like a cat video. And I'm even in this one. Oh, that makes me ill. Прыгнула с крыши общежития кампуса и разбилась насмерть на глазах остальных студентов и учителей. Так, Кейт Марш, 18 лет, у нее были проблемы, но сейчас пока мало информации. Ясно. Нажмите сюда, чтобы увидеть окно. Нет, ничего мы смотреть не будем. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Так, список пропавших Аркадия Бейл. Если у вас есть какая-либо информация об этих людях, немедленно сообщите, свяжитесь с полицейским департаментом Аркадия Бейл. Рэйчел Эмбер пропала в 2013-м. А Кейт? А, ну она ж не пропала. Так, ладно. Что у нас тут еще есть? This is such a moving piece of cut-and-paste Blackwell bullshit. Nobody here had Kate's back. Too little, too late. Уважаемый Макс Колфик, на этой неделе Аркадия Бейл так лишилась так студента. Трагически умерла Кейт Марш, но это мы все, конечно, знаем. Ректор Уиллс, это нас. Yes, now да. Everybody loves Kate Marsh. Типа меня знают. They bullied her and now post their feels. Hypocrites. Вечно в наших сердцах. А Макс что написала? Ничего не написала. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Больше ничего. Ладышки. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Так, расписание, что посмотрим. Let me see which classes I won't be attending. Нужно решить, какие задания я пропущу на этой неделе. Да уж, кровать, серия система, ящик. Что у нас тут? Kate, I swear I will use all of my power to find out who really pushed you off that roof. Kate. Ничего, нам дадут второй шанс. Силами, Макс. Все возможно. Хотя вряд ли она отмотает время настолько долго. Ну ничего, посмотрим. Так, здесь темно и страшно. Да будет. Да будет light. Свет так. Тут у нас ничего, тут у нас тоже ничего. Ну, ладышки, пошли. Надо выйти, да, из университета. То есть из общаги. Так. Зажечь свечу. This is my prayer for you, Kate. Я буду молиться за тебя, Кейт. Да уж, жалко. Ух ты. Это Дана, да? Или как ее там звали? Дана. Поговорить. Hey, Dana. Привет, Дана, как ты? How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault too. Если это вина... Да ну, не твоя это вина. Мы все в ответе за случившееся, обвинять Викторию. Она была подавлена. Ну да, она была очень подавлена. Я знала, что в депрессии, но... Must be serious to throw yourself off the roof. Почему она была на крыше? Ну чё, почему она была на крыше, мы это знаем. Ну, всё-таки. So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on, you really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? Does this have something to do with why you got suspended yesterday? Tell me the truth. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now, but people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me.
I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Так. Ну тут больше ничего интересного так и нету. Можем. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her. Такс. А, блин, там Виктории не было вообще. Мы могли посмотреть ее вещи. Да ну пофиг. Нам сейчас надо Хлою найти. Боже мой, это что за мутанты? So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Так, у главного входа. Это что за... Где-то у меня были ключи. А, вот они. Но почему они не подходят? Are you serious? I'm toast if he sees me. Stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. Plus, you're on suspension. I'm sorry, Principal Wells. I'm still upset about Kate. I needed some air and space to walk. I'm sorry you had to go through that today. You tried to help, but... God damn it, Blackwell is my responsibility. And I let her and Kate down. Так, и go как on нам back inside. Сквозь Get него some проскочить? Rest. It's been a shitty day. Good night, Max. Спасибо. Great. So how do I get past him? Мы сделаем вот так. А теперь мы побежали. Ну как же? Пропел. Так, тап. СМС. Хлоя. Так, мне нужно тебе кое-что показать. Встретимся перед кампусом. Тащи свою задницу живо, Макс. Да, ща все будет. I know I have a set of keys on Есть. Me. Max the Ninja strikes again. Так. Max Ninja. Стелс просто вообще. Ну где Хлоя? Непонятно, нифига. И сейчас... Booyah! Я так и знал. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. Well, like a scary and sensitive asshole. Punk ghost. Chloe, I watched my friend jump off a roof. Что это было? I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I'm not trying to be a bitch, but I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. Mm-hmm. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. And find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Так, я надеюсь. А ну-ка ответим теория хаоса. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space? No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. I mean, I even got my own dumbass suspended. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Улики на Кейт, улики на Рэйчел. Ну, спросим, наверное, улики на Рэйчел, а то она... Она давнее умерла, и Хлоя она была ближе, так сказать, да? Хотя, что она там могла найти? We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her,
It feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Мертва, жива, наслаждается жизнью. Ну, откуда же мне знать? Ну, мне, скорее всего, она мертва. Ну, скорее всего, я точно не знаю, ну. Dad? I'm sorry. I hate even saying that, Chloe. Not as much as I hate thinking it. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Ooh. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? You're suspended anyway, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Так, ну ладно, девчули, куда идем? Спасибо вам. О, это кто? Это Виктория? The class will follow your lead. И Джефферсон. Sorry, I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm like still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors. Да, что только не сделает. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. А ради победы. This conversation is officially over, Miss Chase. Как I suggest подло. You go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Да. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? Да, это довольно-таки рисково. Tell that to Kate. Так. Come on. One more door and our work here is done. Так, надо открыть какую-то еще одну дверь. Какую? Сейчас посмотрим, какую. Поговорим. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open.
Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Так, сейчас мы ключи-то поищем. О мой бог. Ну ладно, осмотреть. Nothing here. Ничего. А тут у нас что? Dead end. Ничего. Дайте угадаю, что у нас тут. Ничего. Boring. Ну да. А тут тем более ничего. Crap. Чёрт. Так, ну лады. Кепка. А для чего она, взглянем-ка? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Так, что это там было? I feel bad for the twee hipster who lost this beret. But Betty's a key. Посмотри, так, here тут ключики. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Найти другой способ. Какой способ? I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Какое имя? Hey, Warren. You busy? Warren? Just bubble hearth. You'll be okay. Warcraft? Listen, ух ты, отсылка. I need your physics expertise stat. Тут даже искать не надо. Names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No. I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. This sucks ass. Mm. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. Ну-ка, началась. До встречи. Ну, так посмотрим. Так, тэп. Чё-чё? Так, стоп, куда? Так, слушай внимательно, 007, тебе нужно достать 4 вещи, сахар, банку, содовый, скотч, хлорат натрия, и вот как ты их смешиваешь. Нифига, вопрос есть, хлорат, что это порошок, который нужен для создания диоксида хлора? Черт, да это все знают, ты правда хочешь попробовать это сделать? Ключевое слово попробовать, полагаюсь на твою мудрость. Окейшки, так, скрытый номер, тут у нас что? Теперь у тебя будет много времени подумать, какая же ты тупая. Спасибо, блин. Так, и мама две смс-очки. Так. Типа прочитал. Warren is such a classic. Warren типичный ботан. Посмотрим, смогу ли я найти все ингредиенты. Посмотрим, сможешь ли ты найти. А вот я уже, по-моему, нашел. Так. Торговый автомат. Использовать. Release the Kraken. Так, банка содовой, сахар, скотч и хлорат натрия. Да, блин. Взять. It's all mine anyway. Теперь она моя. Ну, конечно, твоя. Чья же? Only three more items to go. Туалет. Так. Туалет. Туалете сахара точно не будет, но может будет скотч. A long time ago. Значит, там нету ничего. Значит, там ничего. Ладно, побежали. Тут у нас все закрыто. Тут у нас... Так, а тут у нас открыть. Посмотрим. Ладно, глянем. О, ненавижу запах формалина. Так... Сахар. Взять. Ух ты. Sugar. Sugar. Так. You're halfway home, Max. Еще два, Макс. Учебник по химии. Ты еще тут? Не взорвалась хоть? Макс.
Еще и здесь, пока не взорвалась, мне сейчас нужно сосредоточиться, позже напишу. Ну да, ладно. Так, учебник по химии. Тут это нам может быть как раз кстати. Так, хлорид натрия это гербицид. И почему Уоррен мне об этом не рассказал? Читать. Так, хлорид натрия. Хлорид натрия. Значит, нам надо гербицид достать. Так. Ладно, и надо еще скотч. Гербицид. Взглянем-ка. А вот и хлорид натрия. Достать. Взять. You know you're clumsy, Макс, ты же знаешь, что ты неряшлива. Не трать свои суперспособности, используй стол. Там, по-моему, какие-то другие были способности. Как-то по инерции сказал суперспособности. Осталось еще один ингредиент. Остался еще один ингредиент. И пошли его искать. Тут вряд ли он уже будет. А тут у нас дверь. Открой. Сэдам, откройся. Открылся. Спасибо. Так, ищем скотч. Такое чувство, чтобы я попала в фильм ужасов. Да ну. Это не скотч? Скотч. Этот скотч мой. Да уж. Now it's time to show Chloe that Max is the boss. Chloe, так, ладно. Пачка сигарет. Взглянем-ка. Victoria's cigarettes. Уверена, мистер Джефферсон был впечатлен. I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ну все, у нас есть все ингредиенты. Пошли к Хлое, да? Пошли. Побежали, точнее сказать. Сюда, да? Сюда, значит, побежали. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, тут у нас туалет. Это значит нам не сюда. А куда, значит, нам сюда, да? К ректору. Лоя. Самодельная бомба. Take it easy on the door. Не мучай дверь. Давай попробуем кое-что другое. Мы устроим взрыв. Ха-ха, пора взорвать ее нафиг. Зажигай фитилек. Как же это круто. Ну да. Готовься к зрелищу. Три, два, один. Скидыш. Чуть-чуть, блин, не успел. Это охренеть как круто. Нам конец. Сюда идут полицейские, пожарные всего города. Ну и что нам делать? Вот это уже реально, что нам делать? Где тут выключается сирена? Так, может тут где-то... А что если... Нифига себе! Как это? Я тут! Крутяк! И дверь не надо было взрывать. Ну как не надо? Надо было взрывать, потому что иначе я бы сюда не попал, но у меня остались все ингредиенты. Если открою эту дверь, она не сможет. Так, ладно. Помогу тебе, Хлоя. Давай открывай. Welcome to my domain. Ха, телепорт. You are magic! I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Мои силы не так велики. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy Thor, crap. He must want everybody to know he has money. But no taste. Прикольная цитата. Так, что нам искать? Какие-то там досье. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. And you can. Так. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock? Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan, anybody.
I'm on the case. Так, ну чё, поищем-ка мы, поищем, ребята. Хотя я тут нифига не вижу, тап. Ворон, чё нам тут ворон? Ну что, взорвала замок. На бомбер. Ты что, курился? Курился? Как это курился? Он сам себя выкурил. О боже. Я просто хотела узнать, что ты знаешь об убийстве давления взрывчатки, а еще посмотреть на твой потрясный рисунок. Ну да. Какие-то тут документики, давайте-ка осмотрим. Look at this pile. Так, а тут у нас еще... Tumbleweeds. Это мне не нужно. Шкаф осмотрим. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Досье. Так. Ладно. Следующее. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Это что, Хлоя? Bad, Chloe. Ха-ха, редко делала домашнюю работу и часто ведет себя агрессивно с учителями, часто срывала уроки. Короче, все ясно. Хлоя. Это что, все? Это все досье, да? Осталось всего два досье. Два досье, лады. Так, бутылка виски. Ooh, виски. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Осмотреть. Wowzer, this will so not come in handy. Включим. Осмотреть. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Так. Да уж, лучшим студентком к теме Блэквелл, и средний балл... Оу. Ну ладно, еще одно досье. Два Let's досье. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Так, ладно, два досье, надо еще одно. Еще одно. А где бы я его... Ну ладно, смотрим-ка тут. Look at this pile. Угу. Документики какие-то. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Нифига. А нам нужно досье. Так, заглянем-ка сюда. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Хлоя фотография. Chloe, say hello to my little friend. Say goodnight to the bad guy. Круто фоточка. Тэп. О, вот она, теория хаоса. Круто. Ух ты, а тут фоточки, да? А тут я только одну сделала. Можно было вот сколько их наделать. Ладно. А за второй эпизод? Целых две фотки, слушай, да? Да ты что? Книги. Книги. Осмотрим книги. Wowzer. This look everywhere, Max. There has to be some info in the student files. Документики. Осмотрим. And nothing here. Здесь ничего. Так, здесь раз таки ничего. Шкафчик. Осмотреть. Еще раз, может, посмотрим. Пробел пропустить. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Может, тут где-то еще и дети. Да, блин. Надо искать, надо искать, надо. Я должен найти.
Так, ладно, что я тут еще не смотрел? Картину я не смотрел. Что Looks она like нам an даст? Oil paintings, Bill. Нет, awful. Нет, 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 нет. Тут у нас ничего смотреть. I certainly can't use this. Лампу, может, выключим? Книги, бутылка виски, документы. Да ну нафиг, я ж тут все уже искал. Ладно, поговорим с Хлоей. Dude, I know I shouldn't be going through the principal's files, but it's kind of cool. Отомсти Блэквуду, да. Так, подбодрим с подтишка Хлою. Oh yeah, I'm so bummed I don't get to party with the Vortex Club. There's still time. Especially with you around, right? Don't talk, search. Oh, I like it when you get bossy. You're finally learning from the master. Да уж. Так, 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 так. Так. Документы, это я уже все смотрел, это я уже смотрел. Все, тут я тоже все смотрел. Да ну нафиг, он уже ведь тут должен быть, да. А почему его тут нет, не знаю. Лампа, ну ладно, включим лампу. Так, мусорное ведро. Может тут... There's got to be a super secret file. Что? Где он там у тебя должен быть? Ну блин, ну тут мы все уже смотрели. Может как-то что-то надо, не знаю. Так, взглянуть документы, взглянуть, осмотреть. Да, все уже смотрел. Книги. Документы. Опять-таки уже смотрел, все, все смотрел. Шкаф, документы, документ. Tumbleweeds. Мне это не нужно. Так, ну ладно, еще раз глянем, что у нас тут. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Да уж. А, это... Ладно, я понял, так. А вот это я еще не смотрел. You're not so tacky up close. А его сфоткать нельзя? Может быть, что-то и помогло бы. Нифига не понимаю. Так, виски, документы. Документики. Знаете-ка что, ребята, наверное, здесь мы и закончим ролик. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Последний документ мы найдем в следующем ролике. Ну, а с вами был Пиксель. Всем удачи, всем пока.